Проверки на предмет пожарной безопасности ждут не только торговые точки. Особое внимание школам, детским садам и всем муниципальным учреждениям города. Поручение дал мэр Михаил Гмырин в связи с ЧП в психоневрологическом диспансере Воронежской области. Проверят все муниципальные учреждения Северодвинска, начиная от здания администрации города, заканчивая детскими садами. Акцент на организацию безопасных массовых новогодних мероприятий. Кроме того, на совещании Михаил Гмырин поднял вопрос планирования работы на следующий год. Мэр поставил задачу своим заместителям участвовать в региональных и федеральных программах для получения дополнительных бюджетных средств. Надо попытаться максимально в них поучаствовать. Сегодня будут реализовываться, конечно, и федеральные средства, то, что касается по образованию. Это строительство и ремонт школ. Поэтому посмотреть, где мы могли бы участвовать. На совещании также речь шла о новогоднем украшении улиц города и торговых предприятий. При очередном объезде территории Михаил Гмырин планирует проверить места проведения массовых мероприятий.